В столице Татарстана продолжается международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Участие в нем принимает около 700 участников из разных стран. Накануне на открытии форума с речью выступил глава республики Рустам Миниханов. Он отметил, что у Татарстана давняя история взаимодействия с ЮНЕСКО. На сегодняшний день в список всемирного наследия включены три объекта, расположенные на территории Татарстана. Казанский Кремль, археологический комплекс города Болгар, Успенский собор на острове Свияжск. Уважаемые коллеги, сохраняя приверженность принципам и идеалам ЮНЕСКО, мы намерены продолжить сотрудничество и взаимодействие с его консультативными органами. В 2020 году предъявили предварительный список ЮНЕСКО от Российской Федерации, включает новые объекты – астрономические обсерватории Казанского федерального университета. Это уникальное явление не только для Татарстана, но и для всей страны в целом. Ранее подобных самостоятельных номинаций, связанных с темой наук, в России не было. Астрономические обсерватории – совершенно новые номинации, которые представляют выдающуюся универсальную ценность, вклад отечественной, российской и татарстанской науки, мировое культурное наследие. В рамках программы форума на разных площадках города Казань состоялись лекции. К примеру, в Институте международных отношений Казанского федерального университета спикеры рассказали участникам о процессе создания плана по управлению объектами всемирного наследия. Конференция построена, на самом деле, как классическое обучающее мероприятие, потому что доклады будут делать те люди, которые практически занимаются. А для участников нами предусмотрена деловая игра. Сегодня и завтра именно практическое применение знаний во время такой деловой игры. Несмотря на то, что основной язык конференции русский, языковой барьер не стал преградой для участников форума. В режиме реального времени каждый мог воспользоваться синхронным переводом лекции. Хорошо то, что есть на сегодняшний день, это преемственность хорошей специалистой, но дело за молодыми, поэтому мы и об этом будем говорить. Архитекторы, историки, реставраторы, археологи и управленцы в сфере защиты культурного наследия из 15 стран прибыли на форум по разным причинам. Однако их объединила единая цель, которую они несут по жизни, несмотря ни на что. Я здесь, потому что мы должны сохранить наше наследие. Мы должны передать нашу историю и сохранить культурные памятники для наших потомков. Форум продлится до 8 декабря. За это время участники не только успеют обменяться опытом, но и смогут посетить объекты всемирного наследия, расположенные на территории республики. Маргарита Михайлова, Хафиз Гараев, Универньюз. We'll be right back.